Какой бы ни была тяжелая жизнь, как не были бы горестные лишения, а слезы жгучие, ты не торопись просить у Бога жизни завершения. Ты этим принесешь Иисусу боль, а Он ведь на кресте был изувечен, чтоб дать тебе подарок дорогой, подарок жизни долгой, бесконечной. Ведь всякий ропот Господу упрек, пусть давит крест на плечи все сильнее, пусть жизни путь и долог, и жесток, терпение это победить сумеет. Терпи, иди, смотри с надеждой вдаль, где горизонт все ярче проступает, а Господа благого не печаль, Он людям жизнь, как редкий дар, вручает. Истерзанный, оплеванный, в крови, повисший пред толпою бессердечной, шептал Иисус тебе: «Живи, живи, все претерпи во имя нашей встречи, предательство и бедность, и болезнь, все претерпи, прощая злобу людям, мир зол и грешен, мы страдаем здесь, а там на небесах блаженны будем». Склонилась к горизонту солнце дней, в лучах заката крест сияет Божий, терпение да будет все сильней, любовь к Творцу нежнее, вера тверже.